Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить операция Flashpoint Cold War Crisis. Сегодня у нас 17-я отдельная миссия под названием «Конвой». Защищайте конвой, развозящий груз по американским базам на западной части Аверона. Так, на чем мы будем защищать? На катере, что ли? Да ладно. Ой, это мы что ли сидим? Мы сейчас будем за стрелка, что ли, играть? Или за кого? Или опять командир? Бригадир? Поведете машину с отделением на борту, если будет возникнуть проблем, приводите к конвою. Так точно. По местам эти парни ждут нас. Какой у него гранатомет большой. Это, наверное, это 84-й. М84. О, баранка в воздухе. Еще что-то крутит ее зачем-то. Пути после короткой остановки. Ваша задача защищать конвой, развозящий боеприпасы и топливо по нашим базам в западной части Аверона. Ваша задача проста. Следуйте за лейтенантом. Если будет проблема, он даст указания, как вести и что нужно делать. Отлично, я задолбался уже командовать. Вы начинаете миссию на дороге к Ламентину. Ого, сколько бегать, ездить. Доставить надо груз в Ламентин, затем дальше к Лимулю. Загрузите машины с дополнительным грузом в Сан-Филипп. О, блядь, сколько ехать-то. И возвращайтесь в порт. Немалое расстояние. Так, дневник. 14 мая 85-го. Вчера мы отпраздновали большую победу, а сегодня надо развести боеприпасы и топливо по многим лагерям. В минувшей битве они растратили свои боеприпасы и топливо. Первым делом надо добраться до Монтиньяка. Затем мы продолжим путь к Ламентину. И, наконец, доберемся до Лимуля. И только после этого мы отправимся к главному лагерю в Сан-Филипп, чтобы взять на борт еще немного груза, а затем вернуться в порт. Моя задача – защищать конвой. Лейтенант будет на джипе впереди колонны, а я позади в грузовике. Амуниция. У нас М16. А я возьму винтовку. Понятно. О, можно Карла Густава взять. Крути. Ой, ёб твою мать. Ну, наверное, жесткий, да? Блин, ну, такая, конечно. Пистолет, я так понял, похоже, здесь даже и не увижу. Так, ну, хоть бинокль можно взять. Ну, ладно. Так, ну и отряд, понятно, все дело. Там все схвачено. А, я водила. Водила, привет. Так, будьте осторожны, следуйте моим инструкциям.
То есть вообще без охранения, без ничего. Ну, типа, горстка солдат. Как правило, первая и последняя машины, они подрываются. Чё ты стоишь-то? Езжай давай. О, нифига, тут стрелки работают. Прикольно. Так, катсценка. Ламентин. А, у нас здесь эти, наш вулканчик. Так, ну что ты нам скажешь? Сэр? ЭБС, мы привезли немного топлива и припасов. Наконец-то, мы рады. Еще бы, давай зови сюда кого-нибудь, надо разгрузить тачку. Все, готовы выдвигаться. О, там Монтиньяк только почему-то в ту сторону показывала. Ладно, похер, мы на не в Монтиньяк. А, в Лемуль мы едем, а не в Монтиньяк. Следующая остановка Лемуль или Лемуль, не знаю, короче, как правильно. Ну что ты опять завис, дурачок? Что с тобой, сука? Выходим. Так. Фу, блядь. О, прицел-то можно увеличивать тоже. А я и не знал. А чё за музло такое? Так, летёхи капец. Бля, что за... Бля, опять беру командование на себя. Не надо никакого командования мне. Куда ты пополз? Дебилы. Че за музяка? Она в миссии, блин. Прикол. Ты трупы? Да, трупы. Это наш. Бежал.
Так, Марксона поиграем. Честно говоря, больше никого не видно. Где же еще нам кого-то искать? Так, мы под огнем, конвой разбит. Говорит, такая, осталось несколько человек, прием. Где вы, прием? Где-то между Ламентином и Лемулем. Так, я слышу технику. Валим нахер. Все, туда бежим. Я слышу лязг гусениц. Надо, короче, уходить. Как приказано. Так, Омега из Лемуря, мы под огнем. Наступают танки, нам придется отступить, прием. Следуйте Ламентину, займите оборонительные позиции, папаша Медведь. Короче, сейчас все в Ламентин стягиваемся и начинаем отбиваться. Слушай, не зря я Карла взял, но боюсь, мне его не хватит. Если только он с первого раза не пробивает броню. Да, херово, что некоторые просто тупо полегли, это дебильно. Ёкарный бабай. Тут же тоже какая-то жопа происходит. Так, что нам тут скажут? Какого черта происходит? Русские атаковали конвой, наш капитан погиб. Это все, что осталось от нашего отделения. Как старший, я принял командование. У меня был приказ ждать здесь прибытия транспорта. Для нас есть работа, причем, прежде чем вы подберете. Так, ситуация сложная. Мы теряли Лемуля, я думаю, они идут в этом направлении. Нужно, чтобы и ваши люди прикрыли нужную южную дорогу. Если нужно будет оружие и припасы, возьмите в нашем лагере к северу от деревни. Так, точно, сэр. Автосохранение. Идеально. Так, удержать. О, тут пулемет есть. Какой-то странный, блядь, он, конечно. Конечно, он, блядь, стоит просто дичь. Самый прикол. Может, мне это... F7. И перевязочка нужна мне. Нихера ты изогнулся, друг. О, вот это вот красиво. Красавчик. Так, ну чё, кого мы? Чё за вертушка? Сейчас попробуем на пулемете посидеть. Потом еще где-нибудь посидим. О, это русская. БМП на 12 часов. Ну да, охеренная здесь обзорность. Ну, БМБ-ху тоже приготовили. Сейчас мы ей настреляем. Бля. Так, ладно. БМП на час. А вон. Интересно, мы пробьем? Да, не, ее не пробьешь.
И танк здесь еще. Даже 80-ка. А, 72-ка. Ну, короче, нам капец. Это понятно. Так, давайте тогда... Так, во-первых, где 7-й? А во-вторых, мы что-нибудь сейчас... Короче, надо вот здесь их посадить и, типа, найти укрытие или как-то так, короче, было. Так, не высовываться. Я пойду сяду в этот вулкан. Сейчас как появится вертуха, попробуем ее сбить. Так, где Ми-24? На 5 часов. Где-то там. Не вижу его. Так, сейчас ждем его. Надо его сбить нахер. Где ж ты? Вот сука. Летать хер пойми как. Не видно ничего. Стояли бы в поле, было бы видно все. Да ёпта. А я залезу в дом. Короче, тут засяду. Отсюда, думаю, неплохо должно быть, и все видно. Надеюсь, удержим. Так, пошла пальба. Все, пошла жара. Так, в этих домах я не смогу засесть. Дом, конечно, не самый удачный. Где-нибудь бы по открытию пространства было бы. Так, а вот тут дом что? О, может туда? Попробуем перебежать. Так, это декоративный. Вот, тоже декоративный. Мы, наверное, вот в этот заедем. О, там тачка есть. Так, сюда. Все, свой? Свой. Отлично. Я бы сказал, что здесь, конечно, лучше. Просто другие немножко эти, ракурсы. Но, блин, листва все так же мешает. Надо не забывать, еще 72-ка приедет. Опа. Ну, ты попался. Сука. Офицер. Пятого где-то завалили. Бля, где, чё они там дохнут-то? А, это как раз вот мои есть ребята. Еще какой-то один откуда-то появился там. Ой-ой. Слышу танк. Где он? Не вижу. Капец.
Так, мы видим 3, не 4 танка в большой группе. Бля, пиздец. Попытайтесь оттеснитесь, если не выйдет, пройдите добраться до одной из наших баз. На севере, конец связи. Ой-ой, меня нашли, по-моему. Где это дерьмо ездит? БМП вторая. Блин, ну у меня так никого не останется сейчас. Типа, через окно что? Не так? Эффекты, что ли, не такие яркие? А чё, всё у меня? Чё, патрон один был? А, бля. Нету ничего. Ну, ёкарный бабай. Ладно, пока оставим Карла. Но что мне делать? Без зарядов я вообще не в курсе. Так, ну надо, короче, это... как-то валить. Так, движение. Назад в строй. Ой, там бэх стоит, я не увидел. Короче, я понял примерно. Сейчас мы заныкаемся куда-нибудь, а потом просто засядем и свалим. М2А2, о, тут этот есть, Брэдли. Место стрелка, Тул, ушка. Да, странное, конечно, очень странное управление. Чё это с ним? О. Готовы, ребята. Это крутая штука. Правда, охренеешь, блин, пока разберешься с управлением в этом дерьме. Я думаю, нам стоит подождать. Может быть, даже сохраненочку запишем. Все равно здесь надо чисто потом добраться до базы. Короче, по танку надо валить сразу, если его увидим. Ух ты, ё-моё, на 3 часа танк. Где танк? Ай, не успел бы. Два танка даже. Ого, полетел.
Интересно, он скопытился с пушки. Так, на 2 часа боевая машина. Боевую машину мне нельзя пропускать из виду. Ты. Гранатометчик был. Так, это вулкан стоит. Кто сейчас стрелял? Ой, бля, там танк этот грязный. А вот сейчас какие-то специально обученные ребята сядут. Так, ну-ка нахер, давай, дружок. Опа, танк бахнув. Ждем опять танки. Но танки, понятно, в любом случае с противотанкового с ПТУРа, короче, надо валить. Ну ёпта. Как он так, блядь, жестко, быстро? Кто вот, блядь? Что, он успел с гранатометом по мне выстрелить? Да ладно. Короче, ребят, давайте это сами. Я вот лучше здесь вот в домах встану. Вы тут сами разберетесь. Кого, чё, как. Хе. Отъехал. Слушай, нормально она стреляет, мне нравится. Валит хорошо. Блин, сейчас же развернется еще. Не совсем ясно, куда она поехала. А! Меня не надо прикрывать, блядь. Дебилы. Господи, какие ушлепки. Да, он просто выстрелил и убежал. Нормально. Блядь. Короче, надо просто подождать, и потом надо сваливать. Так, 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 так. Все, короче, да. Уходим.
Я же сказал, уходим. Ясно. Короче, проще сидим тогда на месте водителя. Дебил, что ли? Почему он не стрелял-то? Пизду, короче, я понял. Тут каши не сваришь. Мы сейчас уедем нахер. Они пускай там сами как-нибудь решают свои вопросы. Мы просто потом понизу свалим. Было бы тут управление нормально, было бы нормально. А это просто конец какой-то. Все, уходим нахер. Назад строй. Все, едем 3 километра просто. Просто валим, блять. Свалил. Конечно, всем срать. Да, Ламентин, конечно, неудобно стоит. Там БМП. Там БМП стоит наверху. Где-где? Я уехал. Так, назад строй. 1, наверное, еле едет. Блин, мне надо быстрее уехать. Давай, 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 давай. Наши там еще гибнут, они хотят. Ладно, отвлекают, а мы так под шумок, как крысы. Самые грязные. Ой, ёб твою мать. Нам пизда. Я понял. Тут лучше пешком. Нахер вылезаем. Пизду. Просто уходим. Мы все равно не удержим их. Это бред полный просто. Полнейший. А, да, интересно, они сделали, придумали. Отдельные лежат товарищи. Че ты в меня целишься, нах? Ушлепок. Почему выше-то? Так, не вижу. А, вижу. Те меня что, не увидели или что?
Сука. Всех наших завалил. Нахер, уходим отсюда. Это пипец. Нам тут жопа. Прям по берегу пойдем. Надо в лес, там хоть танков не будет. Я надеюсь, что они туда не доберутся. Твою мать. Твою мать. Ублюдок-то, а какой? Ой-ой. В смысле? Я чё, об воду ударился? Что за бред? Блять, и медика нет. Ну что за бредос? Давай, 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 ползи. Может, ползком доползем? Успеем. Конечно, трындец еще тот. И медика даже нет, блин, чтоб на ноги поставил. Ну, хотя танка от этого уйдем. Либо, может, какую-то тачку найти, не знаю. Но, блин, 2 часа это же... Ой, 2 километра ползком жестко. Топать. 8-й погиб. Все, у нас остался 9-й и 12-й. Ну все, мы втроем. И я еще без ног. Ну, блин, а танк-то тут все ездит. Так, стоп, стоп, стоп. Нарвались, ёпта. Еще точно один должен быть здесь где-то. Попал? Бля, страшно. Вот это побежал. А, вон они, бля, бегут все. Пополз.
Да ё-моё. Так, в смысле, Т-80? Чёрт. Да неужели ты меня сейчас пристрелишь? Дебил. Осел просто лютый. Ну, ё-моё, нашел меня. Блин, ну так-то вообще тогда не из легких. Миссия. Блин, танк тут вообще не кстати. Он как бы тут нахер не нужен. Самое херовое, что его не видно нифига еще. Так, ну нас видеть не должен. Нам от него главное убежать. А, все, мы, короче, одни остались. Интересно, танк прям целенаправленно меня ищет или просто вот катается по заданному маршруту? Я на самом-то деле его не особо-то и вижу. Так, ладно, попробуем отбежать. Здесь какая-то деревенька, но мы ее, наверное, обойдем. Дом, родной дом, блин, 2 километра до дома. Вроде-то, блин, недалеко. А мороки добежать. Ой, еще надо в воду случайно не угодить. Так, здесь у нас в прошлый раз был противник. Самое хреновое, если мы просто начнем перестреливаться с кем-нибудь, сюда приедет танк. Поэтому надо прям просто тихо, как мышки. Ой-ой. О, побежали. Это те 4 товарища. Помимо 4 товарищей должны быть еще. Какие-то, наверное, в лесу сидят. Все-таки мы в лесу немножко наткнулись на них. 1,5 километра. Еще только 500 метров пробежали. Вот еще одни побежали. Тихо. Вот эти очень близко к воде бегут. Они-то могут меня испалить, если побегут. Как-нибудь не так. И эти уже назад бегут. Слушай, надо последить за ними. Какие маршруты у них передвижения. Страшно, конечно. А, и обратно побежали. Там бегут. Так, а вот эти-то где, которые здесь бегают? Вот и они. Ну, короче, у меня будет шанс просто вот, когда те побегут обратно и в этот момент рвануть. Иначе больше никак.
Сохранится бы, да нет, сохраненки-то больше. Все, они же от меня, да? Сраный танк еще где-то ездит. Блин, надо скоро ложиться. Иначе они меня увидят. О, бегут, бегут сзади. Так, сейчас тут глянем. Чё вообще, кто есть? Нет никого. О, наш. Друг, только не стреляй. Ого. Два титана. Пушку, по-моему, нашему выбили. Это кто? Чё? Ой, это этот. Это враги. Надеюсь, ты не ко мне ползешь? Так, Абрамс потерпел крушение. Америкос... Ой, русские так нормально наступают. Их прям до хрена. Только бы ты не заметил меня. Минус танк. Значит, там свои. О, Абрамс стоит. Свой. Отлично. Да не, я бы не вывез, блин, столько противников убивать. Если бы мы, блин, до конца бы сражались, это было бы жопа. Так, итог. Короче, все очень хреново, но, честно говорю, если такой исход миссии не устраивает меня, то, блин, я, к сожалению, не выполнил, скорее всего, задачу. То есть удержать южную дорогу мне не получилось. Но я хотя бы выжил. Вот. И попал вот вроде как в госпиталь написано. Вроде так. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк. Кому понравилось, ничего не ставьте. Или дизлайк ставьте, пофигу. Подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Ну и увидимся на новых видосах и стримах. На этом все. Всем пока.